А есть ли какие-нибудь пикантные подробности сегодняшней вечеринки? Ну? Пикантные подробности окружают вас за кадром. Ну как, сегодняшняя вечеринка, пыл и жар есть, где он горит? Пыл и жар, да, основной пыл и жар у нас находится в зале, прямо за диджейским пультом. У нас там сегодня Джерри Роперо. Это основной пыл и жар сегодняшней вечеринки. Ну и как оно, такой Джерри и такие девочки, м? Ну, знаешь, как я сказала уже по поводу Тила Уэста на прошлых выходных, I'm very excited. Да, на самом деле, Джерри Роперо, с которым мы немножко поснимем наше интервью чуть позже, очень авторитетный, известный чел, у него свой рекорд-лейбл, ну, его, на самом деле, боятся в Испании и Германии. Ну, сегодня вообще Бакарди Мохито, Мохито Найт, Мохито Пати, вернее. И кого еще было вести, кроме как самого жгучего бородатого человека вообще из Испании, Джерри Роперо. Своих любимых клубов Тухлес, и сегодня здесь слава Бакарди и Мохито. А что может быть лучше высокоградусных вечеринок и высоковольтной музыки? Кстати, на танцполе сейчас действительно горячо, ведь за пультом настоящий жаркий испанец Джерри Роперо. Вот он такой. Подробности сегодняшнего отдыха здесь, в Духлесе 11, на пати Бакарди Мохито. Пикантные подробности. Ну, я пикантно сегодня танцую для всех. А я пикантно зажигаю сзади. Да, это вроде обычная такая ситуация, но просто музыка вообще хорошая. Отличная, да, и клуб вообще отличный. Просто супер. Один из лучших клубов, да, города, и мы как бы готовы зажигать под эту музыку. Да, я полностью согласна. Yeah!